Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы рассмотрим последовательное соединение проводников на примере подключения двух светодиодов, рассчитанных на 3 вольта примерно. Следовательно, нам понадобится два провода, два светодиода и, соответственно, Arduino Uno. Мы подключим последовательно, согласно схеме, описанной в учебнике нашей книги. Возьмем светодиод, подключим в разные ножки. Плюс-минус. Здесь плюс, здесь минус. Следовательно, согласно схеме последовательного соединения, мы должны короткую ножку соединить с плюсовой ножкой первого светодиода. И на конце у второго должен быть плюс ножка. Здесь должен быть минус, здесь должен плюс. Соответственно, последовательная цепь. Следовательно, после этого нам необходимо подключить к цепи. Короткую ножку мы подключаем к ГНД. ГНД. Вот. Соответственно, ножку касаемую плюса подключаем к 5 вольтам. Давайте посмотрим, что будет. Как видно, они немножко засветились. Отключу на всякий случай. Еще раз продемонстрируем. Я думаю, видно на видео, как включаются светодиоды. Они более тусклые. Резисторы мы здесь не используем, потому что их сопротивление достаточно для того, чтобы не сгореть. Даже их сопротивление намного больше, чем то напряжение, которое может выдавать Arduino Uno. Это называется последовательное соединение. При отключении любого из этих элементов вся цепь разрывается. На этом все. Спасибо за внимание.